Гуар Арутюнян в танцевальном ансамбле уже 5 лет. Кавказские танцы – ее стихия. Поэтому от предложения принять участие в фестивале межнациональных культур «Артфолк» не отказалась. Это грузинский национальный танец гандагана. Он обозначает жизнь, радость, то есть у всех были улыбки на лицах. И можно сказать, что это танец заигрывания, то есть мальчики пытаются как-то заигрывать с девочками, и вот так вот все это воплощается в танце. В России проживает более 190 народов. У каждого свои традиции и обычаи. Но есть и то, что их объединяет. Любовь к танцам и песням, татарский фольклор, плясы моряков, донские скоморошины и не только. Участниками фестиваля стали более 150 человек. Это не только Одинцово, округ и Московская область, в том числе и Москва. Что такое вообще этот фестиваль? Мы живем в большой стране, где проживает множество различных национальностей, и у каждого есть своя культура, свои обычаи. И наш фестиваль как раз-таки помогает соединить всех людей, проживающих на одной территории, в творчестве. Разнообразен, многообразен, столько ярких красок, столько новых эмоций, столько возможностей коллективам межнациональных культур повзаимодействовать друг с другом, набраться опыта друг у друга, познакомиться в конце концов. Зрители получили яркие эмоции и познакомились с национальными песнями и танцами. Не ушли без награды и его участники. Организаторы вручили им благодарственные письма. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».